Добрый день, уважаемые подписчики, зрители канала. Время пришло чапиться, чистить второй раз в декабре. Лопаты чистил. Сейчас вот сделал такое, буквально 15 минут вместе с поиском. Дощечки. Дощечка. 1 сантиметр, наверное. Ну, попался на быструю руку. Вся зима, тут некогда обрабатывать. Так, отверстием, лобзиком. Электролобзиком сделал отверстие в доске. Великовато чуть-чуть, пришлось вот 3 самореза. Ну так, очистил большое. Сейчас покажу. Ну, легче, чем лопатой. Чистится. Конечно. Вот ручка. Конечно, у меня была сделана для метлы. Чуть она слабовата. Разграбили бы, в самый раз подошла. Которая сена вот грибу. Ну, в принципе, это так идет. Потому что вот с соседями пообщался, у меня самодельные теплицы-то. Ну и арочные вот эти заводские, особенно какой профиль там гнутого. Тоже требует очистки. Пусть гнет, прогибает, поликарбонат. По крайней мере, надо снег когда-то еще. Он не тает, это сейчас оттепель передает. Когда он сухой, мороженый. Он чистится прекрасно. Не знаю, как по сырому пойдет. На сырого желательно не допускай. Чистить, пока он сухой вот такой. Может, когда он начинает влагу набирать. Уже тяга. Вот теплица в том году я не открывал двери. В этом открыл. Все равно он с этим мед теперь. Все равно лед есть. Только вы начали. Но, тем не менее, хотя бы влажности нет внутри. Не гниет так дерево. Ну, как видите, намного удобнее, чем лопатой. И дальше достаю. А вот длинный, по 2 метра почти, 1,80 м, наверное, конек-то. Ну, то есть достаешь свободно. Ну, ничего, конечно, нового нет. Ну, может так, кому на заметку. Делался буквально 15 минут. Лишь был ручка, дощечка. Спасибо за просмотр, друзья. Удачи вам в делах.